Комплексы релейной защиты станционного оборудования наше предприятие выпускало до 2010 года на терминалах линейки «Экро-100». В 2019 году мы запустили программу «Ретрофит РЗА станционного оборудования» и предлагаем замену старых установленных терминалов «Экро-100» на современные терминалы «Экро-200». Соответственно, что позволяет данная программа? Она позволяет, первое, это заменить морально и физически устаревшие терминалы «Экро-100» на терминалы «Экро-200». Который отвечает всем современным требованиям, начиная от того, что данные терминалы будут соответствовать всем нормативным действующим документам, в том числе по расширенному частотному диапазону, по коммуникационным протоколам связи, в том числе МЭК-61-850. Второе, мы меняем комплектующие, которые установлены в шкафу и срок службы которых выше. Это делается без изменения проекта, без изменения основных технических решений, что по сути своей подпадает под программу ремонтов и замены. Что дополнительно подразумевает еще данная программа? В том, что возможно снижение расходов на обновление парка вторичного оборудования системы РЗА до 40%. Мы экономим на проекте. Мы получаем современное оборудование, срок службы которого продляется уже на текущий момент до 20 лет.